Меня зовут Любовь Яковлевна, фамилия Ники. В библиотеку Пушкина я хожу уже 8 лет. Мне очень нравится общаться в кругу друзей. Мы здесь читаем, танцуем, спектакли, мини-спектакли устраиваем. И, в частности, Пушкина я очень люблю, обожаю его стихи, поэмы. Например, поэма «Цыганы» им написана была в 1824 году. Он начал писать эту поэму в январе в Одессе и завершил ее в октябре в Михайловском, то есть полгода писал. С бытом цыган поэт познакомился в Кишиневе и провел там несколько дней в цыганском таборе, что и отразилось в стихах поэмы. «Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой в шатрах изодранных ночуют. Как вольность весел их ночлег и мирный сон под небесами. Между колесами телег, полузавешенных коврами, горит огонь. Семья кругом готовит ужин в чистом поле, пасутся кони. За шатром ручной медведь лежит на воле. Все живо посреди степей. Заботы мирные семей, готовых с утром в путь недальний. И песни жен, и крик детей, и звон походной наковальни. Но вот на табор кочевой нисходит сонное молчание. И слышно в тишине степной лишь лай собак, до коней ржания. Огни везде погашены, спокойно все. Луна сияет одна с небесной вышины, и тихий табор озаряет. В шатре одном старик не спит, он перед углями сидит, согретый их последним жаром. И в поле дальнее глядит, ночным подернутая паром. Его молоденькая дочь пошла гулять в пустынном поле. Она привыкла к резвой воле. Она придет, но вот уж ночь. И скоро месяц уж покинет небес далеких облака. А Земфиры нет, как нет, и стынет убогий ужин старика.